1 октября в России началась осенняя призывная кампания. Во время нее из дальневосточных регионов планируют призвать более 9 тысяч человек. Больше всего юношей призовут в Приморском крае – почти 2 тысячи. Из Забайкалья отправятся служить более 1500 человек. И свыше 1 тысячи новобранцев из Хабаровского края и Бурятии. В Якутии же призывная кампания начнется на неделю позже. С чем это связано и сколько юношей призовут из республики, выяснял Дмитрий Тымыров. В рамках осенней призывной кампании с Якутии отправят служить около 1500 жителей республики. Первых призывников отправят войска в третьей декаде октября. Массовая отправка начнется 15 ноября. Как отметили в военном комиссариате республики, 99% призывников будут служить в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. В принципе, к мероприятиям призыва мы готовы. Призыв идет. Уже порядка 160 человек призваны. 100 из них это город Якутск призвал. По состоянию на эту неделю. На сегодня призывники проходят медицинские комиссии. По словам председателя военно-врачебной комиссии комиссариата Республики Саха-Якутия Евгения Евдокимова, у Якутии годность призывников составляет 75,4%. В Якутии превалирует заболевание костно-мышечной системы более 20%. То есть патология костно-мышечной системы занимает первое место среди заболеваний, которые препятствуют прохождению военной службы. Далее, после всех медицинских комиссий, призывники попадают в сборный пункт военного комиссариата, откуда уже прямиком отправляются до своих точек назначения – военные части. В этом году, по указанию главы республики Егора Борисова, в республиканском сборном пункте проходит ремонт. На сегодня ремонтные работы завершаются. Из-за этого осенняя призывная кампания 2017 года в Якутии начнется на неделю позже обычных сроков. Делали капитальный ремонт здания. Потому что в первом этаже уже зимой очень холодно было в прошлом году. И были случаи там единичные. Посылали наши призывники. Новый обновленный республиканский сборный пункт распахнет свои двери 15 октября. Военнообязанные осенней призывной кампании 2017 года будут жить в теплых новых помещениях. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск.